Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор. И угадайте, что мы продолжаем проходить. Да-да, это Dying Light. Надеюсь, сегодня это будет финальный выпуск. Сегодня мы разделаемся с Райсом, надаем по щам ВГМ. И вообще у нас все будет супер. Так, а пока что сразиться с Райсом на крыше здания. Мне вчера там какое-то второстепенное задание выпало там, да. Тут, собственно говоря, давай-ка мы туда сходим. Так, побочное задание, радиостанция. Очистите... Подожди, я не понял. Очистить пост на радиостанции. И где это? И сколько это? 252 метра. Блять, а неужели я... Подожди, о! Чертеж электрошок. Охереть, прям под носом лежал, чуть не проворонил. Так, а мне вот интересно, подожди, мне же вчера какой-то этот полупокер в полукедах сказал, что где-то, говорит, очень громко музыка играет, и там, типа, надо сходить проверить. Или это вообще не канает? Радиостанция, очистите пост на радиостанции. Я же в радиа уже там очистил все. Все посты там вам очистил уже. Какая там радиостанция еще может быть в конце-то концов? Что за издевательство-то? В смысле? Ёб твою ж, ты прям... Охереть. Слушай, у меня 8 аптечек осталось. И мне, по-моему, аптечки не из чего даже сделать. Если я не ошибаюсь, чертеж. А, не, у меня есть аптечки, да? То есть живем тогда. Тогда, да, просто я подумал, что если у меня 8 аптечек и там битва с Райсом предстоит, то, возможно, мне аптечек надо было побольше. Так, чё? Вы чё, полудурочные, в воду попрыгали, что ли, там? Да? Не, ну, если вы попрыгали в воду, это чё, мои, что ли, проблемы? Если вы такие дураки, блин. Дурилки, блин. Ох ты ж. Так, всего... Конечно, интереснее было бы. Ох ты ж. Ну-ка, шараш-монтаж. Сейчас мы вас нахер. Вот так вот. Это огненная. А вот так вот, спадла. Хочешь нахер? Да? А чё вот? Чё вам, не интересно так, да? Ох. Огонь. Опачки, я пошел отсюда. Там друган или подруга прибежала, мне как бы это не важно. Так, стопы. А, я же могу сейчас это, по крышам бегать, по стенам. А, ну, тут не получилось пробежать. Так, подожди, давай-ка. Не, ну я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что я все-таки очистил этот радиостанцию. Радио или нет? Или не очистил? Что прям видно, как он рыба плавает. Интересно, а что за разновидность-то, интересно, этих рыбешек? Просто мне на борьбу с этими... Не, ну я вот однозначно помню, что я вот здесь вот бегал. Так, вот там зомбаки были. А вот радио было. И что мне тут? Навтыкали, да? Или я чё? Ну-ка, давай. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди. Эта стрела еще и меня нахер раздолбит всего. Если я сейчас кого-нибудь бомбану ей. Здесь... Есть вход. Но взламывать я ничего не собираюсь. Или это как... Или это повторяющийся квест, или что? В
Вы упали. Ну, что поделаешь, раз вы упали, я что должен? Подожди, то есть у тебя стрела в тебе. Ты упала вниз. И ты поднялась еще оттуда. Так, а где вход-то? Подожди, надо. Хотя что ждать-то? Ну вот. Ну. Не, ну ты показываешь, что вход где-то ниже. Охереть, так ты прям этот, ёптать. Спайдермен какой-то, сука. Ну вот и чё. Еще ниже вход в радиостанцию. Что, ты сможешь сюда пробраться? Нет? Смогла. Молодец. Так, а вот... А если я вот это возьму? Рискнешь ко мне подойти? А как, собственно говоря-то? Подожди, где здесь... Подожди, вот здесь есть, да? Здесь что? Ничто. А, ну это... Все, я понял. Все, я понял. Мне потребовалось 5 минут, чтобы понять. О, гениальная у меня сейчас сообразительность там, да? Эй! Чувак, ты... Эй, чувак! Чувак, ну ты чё? Эй! Вау! Понятно. Вот оно что. Вот. Тут, короче, не все так просто, да, там? Вот сюда, сюда. А, тут колючка опять. Вот, тут надо. Тут надо. Короче. А, стоп. Я-то думал, все так просто, а тут оказывается балабас. Так, че, подожди, что за бред-то? А, ёптать. Тут же до вас, дурачков. А, ну это, по-моему, дверь наружу, да? Только нахер мне её было взламывать? Нет, не наружу. Чё здесь, лаваш? Хер с тобой, давай лаваш схомячим. Так, тут нет. Тут где-нибудь марля есть какая-нибудь? А, сука, я-то уж это поверил, что типа все, мы сейчас уже практически там. Хер ты там, тут опять какая-нибудь халва там. Халва, давай, тут есть что-нибудь пожрать. Силовой кабель только, да? Нет, а мы... Мы еще не там. Не, я просто помню, что я этот маяк очищал. Радио... Маяк очищал. Ну... Только каким образом я его очищал? Мне надо вспомнить. Ну, то есть вот туда спуститься можно только вот здесь. Но это ж не дело. Я ж не могу там спуститься, потому что... Сука, там... Там зомбаки, и тут зомбаки, и там... Блять, тупишь-то. Может отсюда, откуда? Может откуда-то отсюда есть вход? Или стой, подожди, может это? Ё-моё, блять. Что ж ты за, блять, такой? Пока что не пахнет здесь входом. Но
Сюда ты не можешь? Так, здесь ты не можешь. Очень печально, что ты здесь не можешь. Блин, тут вот... Тут нету входа. Получается. И тут вот не видно входа. Как тогда? Как? Куда? Подожди, может вот здесь где-то что-то есть? Активировать опять что-то надо там. А подожди, стоп. Ну нет, я... Это ловушка ограда, а здесь что? Отвали. А, подожди, что, серьезно, что ли? Вот так вот? Ёб твою, блядь. Как все просто оказывается-то, да? Как все оказывается до банального просто. Суки спрятались. Ну, я сейчас вас там всех нахер попереумотаю. Полудурков. Так, сейчас там зомбаков там не будет, да? То есть я нахер вас... Сейчас, подожди, подожди, вот только. Я сейчас вот этими... Я тебя сейчас вас нахер вот этими... Падлы, за то, что я так долго тут бегал, искал вход. Умник рассказал мне, что бандиты Райса устроили аванпосты на захваченной радиостанции. Возможно, надо туда наведаться. Да, давай наведаемся. Раз я вас так долго искал, ну все, гады. Я думал вас, может быть, пожалеть там, не трогать там, как бы не убивать там. Ну, а теперь все, теперь однозначно, ребята, вам хана. Я отберу вообще все, что у вас есть. Я все ваши автоматы заберу. Я заберу все ваши патроны. Короче, я вас сейчас буду уничтожать. Ох. Так, если я... Найду, конечно, вход. Так, туда я уже не войду, да? Но я могу войти сюда. Давай смотрим, где эти мужики прячутся. А, ёпта, всего... Я думал, то, что у него там 30 этих. Нормально, да? Так, стрелу мою отдай. Я говорю, стрелу отдай. А вон еще стоят мужики. Здесь какая-то ночлежка ваша, да, позорная? Так, а вы здесь так же, как это? Тоже будете потом толпами, да, там сбегать? Все, ты панику поднял, да? Ну ты гад. Вот ты гад. Взял, поднял панику. Ребят своих потревожил там, да? Они же сейчас будут думать, что им пришел каюк. А и ведь каюк-то им пришел. На самом деле. Так, тогда чё? Тогда в пинду мне этот... Винду мне этот, как говорится, лук. У меня есть поинтереснее игрушки. Так, здесь не пройти, но здесь есть сумка.
Так, что-то я про подхил-то забыл совсем. Так, вы все? А? Мужики. А, черт. Тебя надо тоже патроны забрать. А, то есть мне надо сейчас сюда подняться. Здесь. Опа. Тебе говорили, что в лицо светить нехорошо. Мудаки, блин. Блять, вот. Это жесть, когда они тебя в лицо этим своим фонарем слепят, конечно. Видите, шансов-то у них все равно нету. Блин, чё у них конечности не отстреливаются? У неё, смотри-ка, по-моему, отстрелилась, да, нога? Ну да, вот я ему ногу отстрелил. Подожди, а тут это... Что, получается, я могу вот вниз как-то пробраться? И что там внизу? А что ты лагаешь? Что за подлагивание? Блять, косоро жилый. Ну чё ты, блять, вылазь давай. Сидишь тут нахер. Я чё тут, блять, с тобой? В прятки, что ли, играть буду? Чё, кто там ещё базарит? Где? Где ты там прячешься? За стеной, что ли? Ёб твою мать. Сорян. Опа. Не-не-не, меня здесь нет. Да я за холодос спрячусь. А, вон он ты, да? Фонарик. Фонарик. Фонарик не помогает. Фонарик. А там еще кто-то есть. Подожди, мне с какой стороны-то лучше убить? А, все, что ли? Ну, я думал, тут все как бы посложнее будет. Ну, ну нет, так нет. Все, тут еще вот этих два
Чудо-человека. Чудо-человека двое. И все. Так, ладно, куда мы теперь направимся? А, ну что, куда мы теперь направимся? Теперь мы направимся навстречу к Райсу. И все. Сейчас с Райсом. Райс заключил сделку с ВГМ и хочет сбежать из Харана с результатами исследования Зеры. Надо его остановить. Да, Райс ждет от меня чего-то такого, но это ничего не меняет. Конечно. Рэмбо, ты херов. Умник Крейн, все в порядке? В ближайшее время здесь никто не увидит оранжевые жилеты. Спасибо, у тебя получилось. Я всем расскажу. Да, расскажи, пожалуйста. Сразитесь с Райсом на крыше. Сразитесь с Райсом на крыше. Так, а мне на крыше-то, на крыше. Я-то, конечно, сражусь с ним на крыше. Так, а мне сейчас что, в канале... Куда мне сейчас? Куда-то показывает наверх там, да? В канализацию. Чтобы сразиться на крыше, нужно спуститься в канализацию. Понятно? Все логично. Все логично. Хочешь сразиться на крыше, спустись в канализацию. Вот, мне знаешь, что самое интересное? Почему быстрый телепорт не работает? Ведь можно просто телепортнуться в старый город... И все. Просто телепортнуться в старый город. Но нет, сука. Надо по канализации обязательно ползти, блядь. Я просто знаю сейчас, что тут за пробежечка будет в канализации. Ох, пробежечка-то сейчас будет. Короче, ладно, что хоть тут забирать, я уже... Игру заканчиваю, я тут что-то ящики какие-то собираю, там что-то. У тебя уже, в принципе, все, что могло быть интересного, у тебя уже есть. Патронов у тебя фуловка. А, давай мы пока, наверное, патроны сейчас прибережем. Прибережем, и мы оставим меч. Сука, темень, не видно, куда. Куда идти. Пока что вот сюда, да? Пока что вроде вот сюда. Так, а теперь... И теперь сюда, да? А интересно, мне проплыть? Так, здесь у нас, ну, пока без какой-то сильной тут крепоты у нас обстоят дела. Ну, это пока, да? Это пока. А что тебе было? Ох ты. Когтями цепляется, да? Нормас, нормас. А что тебе помешало-то? О. Сюда, да, я? Я сюда пошел? Я правильно? И... Подожди, что, все, что ли, тупик? А, не, надо вот так присесть. Ёпарасоте, блин. Или что, опять присесть, потом привстать?
А, подожди, все, я... Я же в старом городе уже, да? Я же в старом городе. Все, здесь тупик. Там здоровяк. Но здоровяк сюда не зайдет. Этот здоровяк сюда не зайдет. Пошел нахер, здоровяк. А, тут надо вот так вот, да, было? Давай. Хер с этим какаш, как хер с этим калом. Давай, открывай. Открывай. Да, блядь, быстрее ты. Сейчас и кабан этот здоровый подойдет. Валим нахер отсюда. Сука. Я думал, наши приключения в канализации закончились, а вот хер-то там. То есть, короче, дали... Дали подышать воздухом свежим. И опять какая-то темень. Не работает кошка. Ну, по крайней мере, непонятно, почему она на ту не сработала просто. А, она на железку не сработала, а вот на это сработала. Так, надо кошку восстановить. Надо восстановить кошку. Что, стартуем? Куда? Сюда. Бляха-муха, слазь ты, ёптать. О, я что, застрял? Отлично, прям. Супер, сука. Как ты умудрился застрять-то? В рот тебе компот. Не застрял вроде, выбежал там, да? Ёб твою, да блять, ты пиздец какой-то. А, вот сюда что ли? Сюда что ли? Можно дверь закрыть? Нельзя, да? Печально. Беда, печаль. А, все, идите в... Подожди, а где? А где там такая жесткая пробежка-то была по канализации? Где-то же была по канализации жесткая пробежка. Я просто что-то вот не припом... Ну, я вернее ее припоминаю, но не могу вспомнить где. Прикольно, я вылетела эта кошка и не зацепилась. Вот такая вот херня. Не цепляется она там. Не хочет цепляться. Ну, а здесь тоже, да? Шлак. Ну ладно, я сейчас где-нибудь в безопасной зоне очухаюсь. Странно, он как... То цепляется он за эти камни, то не цепляется. Вот это какая-то... Ой, вот этот дом с красным дымом, бляха-муха. Тупня какая-то непонятная вообще. Я как бы и пробежать могу, то есть, ну... Непонятно, почему не цепляется. Слушай, а зомбаков что-то как бы... Не очень-то тут осталось много. А, ну тут, скорее всего, снова ты, да? Не стреляй, не стреляй, я тебе не враг, ясно? Ахмед, я все объясню. Меня зовут Ахмед. И 2 месяца назад я сделал ошибку. Записал солдат Крайс. Знаю, очень глупо, но что я еще мог сделать? А записался.
говорили, что он забирает весь антизин, я решил это разумно. Ты знаешь, что это за люди? Они маньяки, они наспор рубят людей. Я не такой, пришлось убежать. Но Райс так просто никого не отпускает. Он отправил людей пристрелить меня. Я хотел пойти к Брекену, но там меня тоже обстреляли. Мне нечем тебе заплатить, но я знаю, где люди Райса сделали сетаники. Я покажу по дороге. Подожди, а что ты мне предлагаешь-то? Сопроводить тебя, что ли? Что, дурак, что ли? Пошел ты нахер. Или ты мне вообще ничего не предложил, ты просто там что-то рассказал про то, какие плохие люди Райса, да, то есть и что ты типа от них ушел. Стоп, я не понял, а что за херня-то? Ну. Ну что, как всегда, кошка не работает, да? Отлично, что сюда? А, все. Вы переходите к заключительной части игры. Эта часть проходит в одиночном режиме, и вы не можете вернуться в другие локации. Вы сможете вернуться к исследованию Харана после завершения игры и загрузки последнего сохранения. Вы хотите продолжить? Да. Я хочу продолжить. Просто я уже хочу переключиться на Ведьмака в следующем выпуске, поэтому... Ну, я уже там... Че, опять у тебя эта ломка? Я уже говорил, да, про то, что хочу проходить Ведьмака долго, с чувством, с толком, с расстановкой, не спеша, исследуя все там эти, все локации. Я в что-то не вкурил, ты, блядь, бежать не можешь. Сука, как ты с Райсом-то будешь драться в таком состоянии? Гопник ты, ёптать. Ну давай уже, падла. Что у тебя, антизина не хватает? Или что тебе, не было? Негде вмазаться было там антизином? Сука, хватит дышать, как лошадь. Все, остановился, да? Опачки. Что это за хрень? Я знал, что не хочу тебя слышать. Что услышать меня? Неплохая идея. Так, давай мы... А куда надо-то? Вот так немного лучше, когда цари бьются друг с другом. Подобает. А кошка-то? Почему кошка не работает? Беги, Крейн, беги. У рабов это хорошо получается. Беги или сдохни. Сучара ты. Сдохни. Я минуточку напомню тебе, что это я к тебе пришел, а не ты ко мне, очкун сраный. Поэтому нехер там выделываться, выеживаться, выпендриваться и вообще там что-либо там в мою сторону хрюкать. Урод поганый. Опа, да? Ох ты ж, блядь. Сука. Сука. Блядь, блядь. Твари, тварь. Охереть. Утырок дырявый. Вот она пробежка по канализации, про которую я говорил. Фух. Так, хер с тобой. Чертежи, подожди, надо еще пару аптечек маленько сделать. Все, пиздец. Некогда, некогда. Валим нахер, валим, валим, валим. А, я истощенный, не могу кошку использовать. А я хоть ускориться могу. Да ускорься ты, мудень, да ускорься ты, блядь, да беги ты, сука. Бред, сука, он бежать не хочет.
Он просто не хочет бежать, вот и все, понимаете? Так, раз тут кошка не работает, может этот УФ-фонарь будет работать? А? Чё, блядь? Сука, ему вообще похеру, понимаешь? Ему похеру на этот УФ-фонарь, блядь. Нет, здесь просто надо бежать, бежать и бежать. Все. Тут просто надо бежать. Ну, сука, этот задыхается, малохольный пиндозник. Ай, ёп. Это фейл, короче, это фейл. Да, блядь. Давай, помирай нахер. Промазал, просто промазал. Фейл полный, короче. Тут проще это переиграть, чем... Да... А, у тебя же сложность-то... Ты ж не забывай, у тебя сложность-то... У тебя сложность другая. Витя, что ты такой-то, ебланс, блядь? Что ты такой, еблан? Побежали. Отъебитесь. Отвалите нахер! Да что вы такие лютые? Слушай, я не понимаю, что происходит. Подожди, можешь... Там же у меня зелье какой-то скорости есть там, да? Ну-ка, давай посмотрим, блядь, ну, уже, конечно, не... выносливости какое-то зелье было, или еще там что-то, отмычка, усилитель выносливости. Давай сделаем. Похеру, сейчас они меня убьют, но я сделаю себе усилитель выносливости, чтобы это... бежать дольше. Окей. Так, теперь убивайте пока, убивайте. Усилитель выносливости. Мы вместо вот этого сюрикена. Все, вы меня убили, молодцы. Вместо сюрикена используем. Вместо сюрикена. Все, я бахнул, погнали. Что происходит? Что, заново, что ли? Охереть, вы чё, блядь? Контуженные, что ли, или чё? Давай-ка вот тут попробуем.
Давай, цепляйся, выносливость. А, давай, 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 давай. Сколько мне, блядь, еще? Сколько? А, отвали! Сука, отвали. Бухнуть. Бухнуть. Вперед! Все, педрилы, там хоть какая-нибудь пользуется, лазит. Я сейчас все, да, очканули, твари. Так, давай мы сейчас пока это крепота прошла, аптечек еще сделаем. Фу, сука. Вот, хоть усилитель выносливости при это пригодился. Хоть пригодился усилитель выносливости, отлично. Так, что у нас тут инвентарь? А, кошка у меня стоит. Так, теперь что здесь? Кошка тут это активна, теперь нет? Тоже нет. Погоня отстала. Только отстала. Впечатляющий выход. Может быть, ты царь? Царь грязи? Вот Крейн. Прими подношение царю. Ты меня не убьешь. Ты меня не победишь. Ну, да, хорошо, давай. Так, подожди. Лич, ты меня даже не достанешь. Ну, ладно. Не достану, так не достану, чё. Так, подожди, мне надо понять, куда. Во-первых, куда. Или откуда. Ты что там еще? Чем-то в меня кидаешься, что ли? Царь херов. Приятно познакомиться, царь, да? Ну-ка, подожди, может, вот так? Да нет, ты не прыгаешь. Подожди, а ты... Ты что, из меня что, из гранатомета шмаляешь? Ты вообще, что ли, не в адеквате, Райс? Так, и что? А, подожди, что ты? Ты же можешь вот тут забраться, да? Оп. Ёпта мать, все. Все намного проще, чем кажется. Давай сюда. Все, поднимаемся. И все же ты пытаешься. Дай-ка я обеспечу тебе музыкальное сопровождение. Музыкальное сопровождение. Музыка страданий исполняют рабы. Как раз для рабов. Так себе. Так себе, мужичка. А есть какой-нибудь этот нормальный там, драм бейс? Давай-давай, скорее, чтоб тебя. Или дабстепчик какой-нибудь. Как в Far Cry. Так, а тут кошка, по-моему, тоже не работает. Райс говорил, ты придешь. Тебя стреляли? Что, черт возьми, происходит? Вот наши награды за то, что пытались выжить. Райс предал нас всех. Я иду наверх, Карим. Я иду наверх и убью этого ублюдка голыми руками. Не туда. Мы заминировали два этажа над нами. Иди через второй корпус, обойди как можно выше, а потом можешь вернуться. Спасибо, что ты предупредил. Куда идти, я не понял.
Так, я не понял. То есть мне надо еще выше. Ты, блядь, по-человеч... А, нет, ты мне показываешь вниз. Вот, ну да, я вот здесь. И чё? Куда ниже-то? То есть мне... А, стой, подожди. А-а-а, кажется, я понял. Сука, а чё кошку-то? Нельзя? Подожди, а это кто? Так, это... Нормально. Перезарядка и... О-о-о, кавабанга! Ну, Карим сумел тебя предупредить. Он заслужил свою пулю. Но с моей точки зрения мы сможем, скажем так, уравняем правила игры. Эта терминология тебе понятна? Так, подожди. И чё? Все сюда. Да в рот, компот! Что у тебя за волна-то, сука, такая ударная? Так, я не понял, мне куда надо-то? Вот сюда? Ты чё? Блять. Пошли нахер. Пошли нахер. А, я куда-то не туда. Я куда-то не туда зашел. Стопэ. Стопэ. Стопэ, стопулечки, стопумба. Сука. Чё случилось? Куда бежать? С какой стороны входить? Так, ты показываешь... А, или подожди, куда-нибудь... А, вот... Кто, где? Кто, где там блюет? Так, и чё? Ну и чё? Ты ёптать, у тебя... Какая крепкая голова-то. Так, подожди, он вверх мне показывает, да, надо? Вверх, а вот. Я думаю, как, куда там вверх-то, блядь? Вот еще вверх там, да? Кажется, больно ударился, Крейн. Да нет, не больно. Дай-ка добавлю тебе мучений. Ой, Райс, ты сыкло-то какое. Сколько ты препятствий-то чинишь, чтобы это, чтобы до тебя не добрались. Говорит, приди там, типа, да? Я там такой крутой, там. О, блядь. Чудесно. Стою, базарю, а тут какой-то этот. О, нормально шмякнулся. Можно было патроны не тратить. Так, давай. Здесь у нас...
И отдаю решающий голос, Крейн. Опа. Считай, что тебя исключили. Куда исключили? Так, подожди, в чем был прикол? И чё, и как? В чем прикол-то, я не понял. Считай, что тебя исключили. Тут, скорее всего, надо бежать без остановки. Так. Пробел продолжить. Так, ну-ка давай. Вот так. Вот оно что, да. Без остановки надо было бежать. Так, а я не понял, мне надо... Подожди, куда-то... Ебать, конечно, тут... Понапридумывали, да? Босс называется такой. Где ты прячешься, гад? Босс Очкун. Такой босс очкодав. Давай зелье выносливости хлебнем. Так, и что? И что здесь? Куда? Стопамба. Так, блять. Куда? Показывает наверх. А как? Вот так? Ништяк, а то я бы сейчас там это мудрил бы. Бедняк Крейн, его переполняют чувства. Он как бы горит жаждой мести. А ты жаждой чего горишь-то? За брата своего бурлит от ненависти. Эти чувства делают тебя слабым. Так ты ж после смерти брата начал себя так вести, мудила. То есть ты, значит, тоже слабый. Чё ты мне теперь пытаешься втереть? Чё ты мне, блядь, развод-то тут на лоха устроил там, да? Ты же понимаешь, что, ну... Победить-то только я могу, а не ты там, да, упырь? А, все, отсюда заскриптовано. Так бы я прям сейчас его... Отсюда шмальнул с винтовки. Итак, снова лицом к лицу. Значит, мне уже не нужна эта штука. Ты в любом случае труп, Сулейман. Да брось, Крейн. Не делай вид, что тебе все равно. Сколько жизней зависит от этого диска? Сотни? Тысячи? Может быть, миллионы? Опа. Все. Опа. FF. А, подожди, F. Ебать. Русское расположение знаю херово. Блять, латинские бы называли буквы. F. А, И. Это понятно. F, И, Ф, Ф, Ф. 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 Так, давай. Но. Опа! О, я угадал, я угадал. Фывц. Блять, поздно, Ф нажал. Короче, там фывц. А, или подожди. А. Ив. Ив. Фц. Ивц. А до С надо... Ивцф. Ивцф. Ёб твою ж. И. Сперва И. Потом Б. В, вернее. В. Потом С. С. Потом Ф. Да? Ф. И шо тут еще? О, дал ему наконец-то в таблище. Да, его. F, F. F. Так. И, В, С, Ф, Ф.
Йо, красоте. Сулейман мертв. Он умер вместе с братом в этом городе. Потом С. А ты даже не здешний, ты не знаешь, что такое страдание. Так, еще раз Ф, да, должна быть. А, У. Но ты поймешь, Крейн, поймешь, что значит страдать. Все. Сейчас бы еще с ноги, как ему, дал бы в ручку этого меча, так. Пух ему, чтоб, падла, чтобы по самую рукоятку зашел. Крейн, сука, ну не будь ты. А, ну, башку, башку. Да, давай, тебе не устоять, бей. Я не сопротивляюсь. Так же, как ты убил Тахира. Давай. Сука, ну чё ты? Крейн, сука, ну не будь ты мудаком. Выкуси, сукин сын. Я должен установить свои правила. Вот тебе правило номер один. Ты будешь мучиться весь остаток своей мерзкой жизни. В ногу воткни ему эту херню. Не смей. Не делай этого, Крейн. Докажи, что ты мужчина. Отомсти мне. Можешь ты просто заткнуться. Ой, ВГМ тут как тут, да? Сука, живучий кабан какой. Как все меняется в мгновение ока. Если бы остался в Харане, я бы умер от этой раны. Но теперь ты висишь на волоске от гибели, а меня ВГМ отвезет в госпиталь. Я даю тебе право решить свою собственную судьбу. Отдай мне диск, и у Харана будет хотя бы какие-то шансы спастись. И я убью тебя быстро и безболезненно. Или можешь упрямиться и погубить весь город. Решай, пока я считаю до пяти. Раз, два. Ладно, бери. А, руку убрал от клавиатуры, блин. Зачитался. Эх, зачитался, зачитался. Заранее жму уже сразу У. Ну все, красавчик. А как тебе такое решение, козел? Блять. Сука, спрячь уже куда-нибудь этот диск. Что тебе надо? Райс говорил, у него есть результаты исследований того ученого. Мы хотим лишь одного, найти вакцину. И даем тебе шанс. Добудь для нас достающие данные, и мы тебя заберем. У меня есть миллион причин послать вас подальше. Но давайте на минуточку. Вам нужна вакцина, она где-то здесь, в городе. И пока она здесь, вы будете пытаться проверить вашу мистическую муть. Крейн, а почему тебя так волнует, что останется всеми этими людьми? Ты сам не здешний. Для тебя это просто работа. Нет, уже нет. Я свяжусь с вами, когда решу, что делать дальше. Крейн, ты меня слышишь? Это Камден. Да, слышу. Что нового, док? Закончен анализ образцов ткани. Результаты, думаю, слово «феноменальный» как раз подойдет. Крейн, если вы раздобудете данные Зеры, я уверен, что вакцина у нас в руках. Отлично. Поговорим об этом при встрече.
us and wait until dawn. Good night and good luck. Что-то, короче, спокойной ночи и удачи. Ну что, ребята, вот и закончилась сюжетная линейка Dying Light. Игрушка, конечно, просто великолепная. Вышла там в 2005 году. Ой, какой пятом? В 2015 году игрушка. На тот момент это, наверное, был просто космос. Жду с нетерпением вторую часть, потому что очень хочется увидеть продолжение. То есть я видел анонс, маленько превьюшку небольшую. То есть игра тоже там, в принципе, будет пушка. Вот. Ну, а на этом все. На этом все. Что там? Посмотрим, что нас ожидает. Ну, в принципе, игра закончилась. Вот. Отлично, вы прошли кампанию на сложности трудно. Вас ждет особая награда. Проверьте свой тайник. Ну, проверить свой тайник. Ну-ка, давай зайдем сейчас, посмотрим. Зайдем, посмотрим, что там, что за особая награда в тайнике-то вообще. Райс мертв, наконец-то этот гад получил по заслугам, а я послал его ГМ к черту. Благодаря исследованиям Камдена и Зеро у нас есть шанс на исцеление. Наконец-то я не знаю, что будет дальше, но чувствую, что нашел свое место. Теперь я наконец-то знаю, кто я. Тайник. Мне сейчас нужно до тайника добраться. А, ну я вот как раз здесь недалеко от тайника, да? Исследуйте зону карантина. Ну, теперь мне только остается зоны карантина исследовать, прокачивать свою удаль. Удаль прокачивать. Все. Ну, мне просто интересно, что у нас. Так, тайник, тайник, тайник. Это же здесь он, да, должен быть. А что вы не говорите, какой я там крутой, какой я молодец. Какой я очешуенно опупенный. Так, ну, вакансии. Какой-то меч какой-то. Откуда-то это ж... А, был. Ну и что? Так, лук рейнджера. Давай, что у меня в тайнике может быть? Ребят, я честно, я не помню, что. Может быть, из одежды просто что-то там после прохождения, ну. Так как это у меня. Ну, если бы можно было посмотреть там что-то новое, там, типа, да. Повелитель, хуй его знает, что тут. Короче, не знаю я что. Не знаю, что мне тут. Что у меня тут было такое, да? Вот, не буду заморачиваться. Так, сколько у меня бабла там? Сколько бабла? Я посмотрел. У меня что-то... Я не вижу, сколько... А, вот, 147 косарей. Ребят, ну, в общем, на этом все. Мне было очень приятно играть. Мне было очень приятно, что вы мое прохождение смотрели. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а мы уже увидимся с вами в третьем Ведьмаке. Всем пока.